осень, пора позаботиться о будущем урожае. Чтобы в будущем году получить хороший урожай, надо позаботиться о восстановлении плодородия почвы. А делать это лучше осенью. Завершив уборку урожая на участке, убираем все растительные остатки и отходы. Здоровые надземные части растений компостируем, а больные сжигаем или закапываем в специально отведенном месте. Землю удобряем перепревшим навозом, который закапываем в тот же день. Также добавляем в почву калийные удобрения, калийная соль, хлористый калий. Хлор за зимний период вымывается в нижние слои почвы и не опасен для растений. Кислые почвы известкуем. Перекопку почвы проводим на глубину плодородного слоя, не разбивая комьев, чтобы почва хорошо напиталась влагой и промерзла. Этим мы уничтожаем зимующих вредителей и болезнетворные организмы растений. Внесение извести или золы одновременно с навозом нежелательно. Эти известковые материалы, вступая в реакцию с азотными соединениями, приводят к потерям аммиачного азота из навоза. Вносить их надо, чередуя, по годам, или заделывать их в почву за несколько дней до внесения органики. Удобряйте ваш огород с осени, и урожай на следующий год вас приятно удивит. Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.